Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала, вон канал Ниджека, просто дед, просто Джек, просто продолжаем мою карьеру. Друзья мои, я не пытался постримить, но блин, посмотрел, жесть. Зашквар задание, короче, уже ничего хорошего на Рэйчел. Я понял, что вот как раз по звуку, да. Спасибо Рэйчел. Как раз звук исчез, блин, глючило, тормозило, я не могу. Короче, люди писали, во боже, что это? Я говорю, ну, как бы так, стрим, ну да. Ладно, поехали сейчас. Поехали сейчас на кольцевые гонки, потому что там немножко дохнуло, не знаю. Ну не пытается отыграть на стриме, не знаю, что делать. Да отстань ты, господи! Не тебе сейчас. Да, слушай, все бывает впервые. Погнали. Блин, ну где ты спойлеришься на дыбу? Объясни мне. Я уже, блин, который... Да что? Да чтоб тебя, сука. Ребята. Не, ну как бы у нас... Иди нахрен. Второй круг. Ой, широко пошла, блин. Да отвалите, господи.
Снежные трюки, это вообще, блин. Блин, каким таким законом геометрии здесь вообще ездить? Я понять не могу, блин. Да там вообще... Я в шоке. Четвертое место. Каким образом? Хрен узнает. Вот эти даже профессионалы проигрывают. Да твою мать, не... Ну придется в эту шумишку мать побыть. Я говорю, сложнее стать за пенечки, да? Потому что я тут на самом деле. Нахрен, я все как... Да ты серьезно, сука? Ты недоделанная, блин, я не знаю. Не знаю, куда мне раствориться, что ли, блин. Невидимость выпить. Да не нахрен, я уже просто... Да я просто в шоке, вы понимаете, вот трафик, блин, этот... Вонючий, я не могу просто вот... Я еду, мне никак, мне никуда не деться просто, вот, серьезно. Сейчас неправильно поворот зашел. Цепляй, блин, забор. Да потому что два раза повторять, блин. Просто нервы. Да я бы не сказал, что слишком уж чистый. Смотри, руки нам дали. Зажми, блин. Охренеть. Ну там да, там не успел. Ну этих ворот, поэтому. Вот такая вот ситуация получилась. Ну, блин, да. Да, сохранись. Я говорю, сегодня, блин, веселый вынос просто. Не знаю. Что это? Давайте еще серьезно.
Заезжай, поедем, давай заедем. Это в тысячу раз лучше любой распродажи. Если тебе нужна самая крутая начинка, ты пришел по адресу. Смотри, что здесь есть. Плати и забирай. Да слушай, так-то есть. Затаривайся здесь всем, чем можешь. Мощность – это залог победы. Все эти новые примочки нуждаются в хорошем управлении. Так что коробка передач может свести на нет все твои потуги. Заводскую дрянь можно выбрасывать на помойку. Без нормальной подвески ты на трассе все углы пересчитаешь. Закись азота для твоей машинки, как второе дыхание. Выдохнешься на финише, пожалеешь, что не взял. Да я знаю. Ладно, короче говоря, не то мы нашли, мягко говоря. Ну ладно, как бы так. Чё тебе надо? Тест-драйв. Да? Блин, нет. Будем по наитию. Я не знаю. Здрасте, я ваша тетя. Слушай, я не знаю, чувак. Я думал, сейчас какой-нибудь стрелезный шутку будет. Грязная шутка имеется в виду. Но кажется, нет. Где вы спидерата нашли-то, блин? Продайте мне хоть один. Сейчас, наверное, козовуха надо, смотрите. Следующий заварен на гонке. Давай, 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 давай. Тут еще можно еще инерцию использовать. Тут не цепляй, не цепляй, не цепляй, не пей. Так, не трупа. Подрубили, потому что там параллельно что-то едет. Когда параллельно что-то едет, это очень опасно. Могут и обогнать. Давай, 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 седлайте мне. Блин, ну что-то в поворотах не поворотливаем. Сразу же трактора пересчитал, так. Ну это наш уже такой хорошо выбер тормозил. Вперед. Не потрогать. Да чё, давай, давайте, чтобы весело было, пошиваем. Так, ладно, нам надо кузовные детали. Может, фотограф крутой тачки, чтобы поместить.
Так, хорошо, давай, 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 давай. Вот это я люблю. Да подожди, не до этого. Сейчас мы ответим. Включить GPS. Окей. Приехали писаки из Sport Compact Car. Хотят прославить победителя. Сейчас? Да блин, ай! Иди же в пень. У нас же это самое, блин, у нас нету. Нету крутой козуги. Где кузовуха, блин? Аксессуары. Покраска, стайлинг. Наверное, вот это вот. Давайте сгоняем сначала, наверное, может быть, вот сюда. Окей. Вот сюда вот сгоняем. Может, где-то спойлер надо намутить. Без него что-то, блин, не то. Может быть, поэтому бабла мало дает. Тут что-то не хватает. Они журналисты, такие же. Журналисты имеются в виду. Мне надо типа красивше. Так, что это за хрень? Давай заедем сюда. Да будем везде искать. Тонированные продукты, гидравлики. А, вот это вот. А вы говорите, спиннеры раньше появились. Не были? Так сначала было на колесах автомобилей. Вот, вот, вот эти вот. Так, поехали. Эй, пацан, как дела? Да, наши подтягивают тебя в Форт Юнион. Гони туда. Точно место сказать не могу, но найти его не проблема. Говорят, там полно народа и все с бабками. Удачи. Так, переходим по поворот, риск нажимаем 5. Выходи напрямую. Да господи, я знаю всю эту тему, да. С этим начинающим гонщиком на заметку. Сначала притормаживайте, потом газом дорабатывайте. И усё. Вот такая вот схема. Движение поворота. Если не хочешь выглядеть как лох, рули сюда. Любой обвес на любой вкус. Все, от бамперов до спойлеров. Так, капоты.
Работа вот эта вот мощь. Не спойлеришь, не спойлер нужен, блин. Десятки на глушах, окей. Давай вот это. Вот это диски. Че такое, блин? Не спиннер, что ли, снял, или че? Вот на коллеге. Слушай, здесь режиссер Бэвис Бест. Он хочет, чтобы победитель снялся в фильме. Да ты че? Это какой из них? Ладно, поехали на место. Но нету спойлеров, нету, все. Все, поехали, хрен с ним. Без спиннеров обойдемся. Понятно, будешь шорт. Просто внезапно так. Так. Не тупим, включаем GPS сразу же. Погнали, не заводи. Да не тяжеленько это. Не запряг. Отвали ты, господи! Делать тебе больше нечего, да? Да ёханый бабай! Алё, навигатор, ты чё, потерялся? Да ты, приятель, везде поспел. Занял да есть тебе, там, блин. Банкар. Надо же. Да, круто. Опаньки. Просто, вот был бы спойлер, был бы круто. Сейчас, блин, ну и сколько нам за это хлопу бабла? Спойлеров, блин, нет. Так, сразу на карту смотрим. Че, профлига, что ли? Ага. У нас еще эти гонки не пройдены. Поехали, шире. Сейчас закатнемся. Вот это вот на зелененькую. Тогда
главное, думаю, днятина. Ездить по городу и искать гонку. Не, ну мне как чужестный будет нормально. Прекрасное, прекрасное, что там у нас. Еще наш. Красный прожектор. Собираются, чтобы посмотреть реальные гонки на реальных тачках. Поэтому будь добр выглядеть как гонщик, а не как школьник, угнавший папину развалюху. Да, слушай, нормально выгляжу. Твоя задача выделиться. Для начала раскрась свою девочку поярче. О, диски. Раскрасим сейчас. Вот, вот так сделаем. Да блин, спиннеры. Скоммунизили у меня спиннеры, блин. Тормоза стоковые. Это стоковые. Вот так вот. Нужно расставить, ну конечно. Да. Блин, вот понимаете, вот какое. Вот мудачество какое-то, блин, вот серьезно. Сейчас погоди, извини. Так что там у нас? Дай. Как это называется? Закрути рот, открути глаза. Хорошо, что не наоборот. Ты врезались. Да блин, тебе. Сейчас придется с дворами тут ехать. Что-то, блин, не понимаю. Чем это дорогами ехать? Так, щедро эту спину расставим, потому что, блин. Может быть, их сняли чисто из-за того, что колеса меняли, потому что уже. Где? Где спиннеры? Все, короче, поехали. Сейчас я покраску надо и найти, это вообще. Все, уезжаем. Я говорю, ты это будешь носить мне. Поэтому андеграунд.
Так, подожди. Как говорится, встань на аварийку. Нам нужна покраска. Где мы сейчас? Мы, в принципе, можем здесь покраситься. Ребят, ну извините. Это мой навигатор, нет, ни при чем. Я еще лучше снова. Нормально, блин. Ты чувак, тихо, хорошо. Блин, вызвали бы там, не знаю, эвакуатор. Так, давай здесь. Покраска. Вот они как раз вот. Ну а так, чтобы сильно раздражал и нормально так. Так, лошак мы вроде покрасили. Обратить. Да и так уже, блин, сейчас. Ай, блин, давай сейчас посмотрим, насколько вы большие. Я не понимаю, где спойлеры отхватили. Thank you.
опять испортить. Нет, ну, поставить динозавра. Ну, что, прикольно было. Да чтоб тебя, да... Блин, ну... Ёперный бабай, ну почему вот так-то, а? Ну, траектория, наверное, не то выбрал, блин. Это аккуратно, вот в чем ошибка. Хрена я по внешнему опыту. То же самое. Потому что он по внутреннему ушел. В прошлый раз я по внешнему, а сейчас источник наоборот. Так, ладно, короче говоря, друзья мои, что у нас еще осталось? Drag Street X Pro Plague. Поехали, короче, проблеку закатнемся. Поехали. Ты можешь мне прыгать. Под проблеку заточен, но остальные гонки, ладно, что называется, красным. Не заказ спонсора, это вообще не пойми что. Вот метро, конечно, пригодилось бы. Сейчас подходим. Два способа, если я буду так вот
наверное, приезжать, скажем. Но это малоэффективно, потому что вот такие вот дубокряки там стоят и хрен проедешь. И второй способ дрифтить. Так вот, вдруг да это стритыкс какой-то долбанутый. Ладно, давайте сначала этих плохого сделаем, а потом. Да, конечно, я знаю, что такое стритыкс. Срань, ничего там ничего делать. Ой, господи. Здрасте, а как тут оказались-то, блин? Спасибо. Так, сейчас, подожди. Как вот это не расти воздух. Я не знаю, ребят, ну, серьезно. Ну-ка сказать, блин, воздух забавник. Не, пока что поехали. Беру, потому что мне что-то... Что-то я сомневаюсь. Так, боковые зеркала сразу. Вот такие типа тоже. Хочу увидеть все заднее время. Воздух запарники. Вот это вот. Вот эта тема.
Да не знаю, что здесь старенько не прибавляет. Короче, вот такая вот у нас тачка теперь. Ну что, не хватает этот сын, блин. Поехали. Теперь никто не скажет, что мы из деревни. Это все с вызовом закона. Да, конечно. Почему-то я заметил даже других ЛСВ, почему на вот эти вот цифры. На цифры мне это не обращает внимания. Хотя не означает, ты же выезжаешь. Третий круг. Представляешь,
теперь такой спонсор сейчас подгорает. Да, сука, прокинул. Да потому что вот с этим оленем боролся, блин. Сначала, ну потому что, блин, один отвлекает, другой обгоняет, нормально. Да что ты делаешь-то, ублюдок? Блин. Блин, кто этот раз, блин, вообще? Буду. 3.65 минут, буду все это победа. На 3-4 секунды. Говорю. 5 секунд от рыбы принять. Вот, по инерции захожу по разу. Инерция на спине. Ну чё, сейчас опять новый спонсор появится? Чё?
Ничего не поприличнее, ничего это найду. Вот, держите. Он, оказывается, я видел, ты же ворота. Надо было уходить вниз. Обгонять надо изловчиться, чтобы обогнать чисто нам. Я воспользовался ситуацией, они потеряли равновесие, мы видим лидера. Да вообще, унизил просто. Блин, серьезно, 33 секунды. На отрыв 3 секунды. Следующий этаж, ну поехали. Вот видите, ну и что это? Вот, пожалуйста, побыл я там. На 5-6 месте выжил. За рекордное время вылетел все. И мне дает не друг, а как лидеру кругу. Вот и все. Как один говорил, по-моему, когда мультфильм здесь захватить легко, удержать не просто, вот все.
за нас. Сейчас я открою. Я думаю, сейчас будет. И не трогай, вот он. Пожалуйста. Да ты чё? Давай. Отлично. Ты выполнил условия контракта, и мы можем найти нового спонсора. Продолжай в том же духе, они скоро сами тебя начнут искать. Да. Короче, вот так вот. Ребята, Северная Воля, так... А, Северное горе открыли, ну да. Кстати, надо будет заглянуть, полезная штучка. Ладно, ребят. Эй, на горе открыли. Проверь, там точно что-то должно быть сегодня. Слушай, давай в другой раз. Сейчас уже заглянуть, заканчивать надо будет. Я думаю, в следующую среду мы обязательно проверим, что там в Северном Нагорье. Камера любит тебя, парень. Так ты звездой станешь. На этот раз тебя засняли для Forum the Floor. Все может быть. Ох ты, не, ну это козырно я сейчас подобрал. Это вообще просто козырно. Ну, тысячу по-любому должны отвалить. Не, еще меньше. Так, нам нужны запчасти. Сейчас, минуту, сейчас. Так, где у нас ближайшие запчасти? Это у нас... Вот у нас ближайшие запчасти, да, поехали.
сейчас мы их там сделаем. Эй, не знаешь, что за движуха в старом городе? Я слышал, там мы наехали сплошные фраера с бабами и нулевыми тачками. Погнали туда, нарубим капусты. Да подожди. Хорошее выражение. Да чтоб тебя. Заводские детали для лохов. У тебя под капотом должен быть зверь. Турбо – это мощность, а мощность – это победа. Сечешь? Еще бы. Прям там поднастроить его надо, ладно. Кстати говоря, сейчас, которую поставили, сейчас я вам одну приколюху покажу. Который у меня почему-то сейчас переместится в гараж. Так. Как говорится, в каждой избушке свои гремушки. Чтобы уверенно себя чувствовать, я бы сначала погонял по тестовым трассам и отладил машинку под каждый тип гонки. Подвеска отвечает за поведение машины на неровностях. Тебя ждут серьезные гонки, поэтому когда быстро гонишь, тебя будто вжимает в трассу. Блок управления двигателем контролирует подачу воздуха и топлива в мотор. Настроишь его как следует, выжмешь из движка все 100% мощности, ясно? Так, короче говоря, нам надо вот так вот заправлять первую и вторую передачу. Даже третью. Так. Первая, вторая. Ничего это делается, потому что... Турбонаддув нагнетает воздух в двигателе, резко повышая его мощность. Поставишь турбо, отрегулируешь мощность на разных оборотах и будешь рвать всех, как тузик, грелку. Ну да. И вот здесь вот, потому что вот так вот должно быть, даже на третьей передаче чуть-чуть побольше. Ну вот так вот. На первых двух не обязательно, потому что здесь первые две идут стартовые, и там получается будет коллизия, мотор будет просто гореть. Уже испытано на себе, ладно, давай замен. Двести сорок один. Охренеть. Не, ну это уже что-то с чем-то. Давай-ка еще, давайте еще раз что-то добавим немножко. Смотрите, за 4 секунды, так, 15 секунд, скорость 270, это вообще огонь. Вы же понимаете, чтобы... Движок ничек. Вот.
и все, и можно участвовать. Я говорю, вот самая тема. Как бы. Сейчас минуту, где этот спринт долбанный? О, машина уже по-другому ведет себя. Потому что я раньше делал, когда я проходил. Я турбо надув на первую передачу. То есть такая. А это первый вариант. Кто хочет с деньгами расстаться. Погнали. Вот на тебя мы сейчас и протестим. Я говорю, вот так вот только надо должен рвать, не рвать передать будет. Сами потом начинается, у меня не едет, у меня рычит, ну естественно будет. Гибарды. Тигр присобачил, вот они не могут. Да ёхарный давай. Темная заправочка называется. Да чтоб тебя! Кленвал! Ты гнутый, ну давай! Да тащи ты, Вася, блин, заколебал. Блин, это первый круг еще, охренеть. Да чтоб тебе... Да блин, да машина хорошая же, ну... Да разгоняйся ты.
Да нет, он не спойлерил. Спасибо. Кто там свистел, ты что, блин, на нулевой тачке по ней ехал? Ну опять же, да, чудеса на виражах. Друзья мои, блин, тяжеловато, Субару, ты недоделанная, блин, давай. Пять секунд, блин, да. По внешнему разницу поехал. Да все, я уже был готов, блин. Выбери спонсора. Слушай, я тут посмотрела, какие контракты тебе предлагают. Вот эти, кажется, лучшие. Выбери, какой на тебя смотрит. Смотри, ну, я не знаю, требуем фотографии, так. Давайте. Давай вот это вот, да, драйв, спринт, кольцо, стрит икс. Блин, ну стрит икс, как бы, блин, ну пи. Да, нахрен с ним, давайте вот это вот. Да, с драгом разберемся, я думаю, ничего страшного. Зарезать тяжело очень легко их. Блин, короче говоря, вот таким вот образом, друзья мои.
Тут куча гонок еще осталось, блин. Ну, все мои друзья. А на этом все. Кому понравилось видео, понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, это просто. Всем пока-пока. Кому видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик. С вами был Джейк Хрой, всем пока-пока. Спасибо за просмотр, всем пока-пока.